А следующая история о том, как в маленькой деревне дружба помогает веселее жить. Последние 11 лет айкосинцы официально праздновали День деревни в своем клубе. Но в этом году место для торжества поменяли. Благодаря общим усилиям жители построили себе отдельную сцену на свежем воздухе. Теперь, говорят, и просторнее хороводы водить, и можно приглашать гостей на праздник. На улице перед сценой уместится гораздо больше народу, чем в здании. В строительстве летней сцены принимала участие вся деревня. Здесь живут чуть больше 100 человек. Молодые работали, старики контролировали, помогали советам. Делали все слаженно и быстро. Главный секрет, говорят, в дружной обстановке. Когда поменяли крышу нашего клуба, у нас оставались стропилы, доски. И мы в деревне решили, чтобы они не пропадали просто так, построить решили летнюю сцену, чтобы просторнее было проводить праздник «День деревни». Что-то пришлось купить и самим. К примеру, полностью на свои деньги местные жители постелили крышу. Больше всего новой сценой довольны участники деревенского ансамбля «Мерчень» и местная детвора. Теперь у них есть еще одна площадка для выступлений и возможность проявить себя.